Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Шепард. Мы с вами в Масс-эффекте втором, легендарное издание. Итак, мы привезли в прошлой серии с вами Крогана, призрак еще с нами хочет поговорить, и Крогана мы привезли. Я хочу на самом деле съездить и посмотреть на этого Крогана. Я так понимаю, что он у нас где-то в самом-самом низу, в отделе грузов, поэтому давай-ка поедем, глянем. И нас прям все предупреждали, что подумайте, выпускать его или не выпускать. Но по идее, он должен быть у нас в команде, поэтому я так понимаю, что выпускать нам его придется. Ой, ой, нос опять прищемили, да что ж такое-то? Сьюзи, куда ты смотришь? Так, тут у нас инженеры. Друзья, надеюсь, вы почитаете или поставьте на паузу, прочитайте, о чем они говорят. Они говорят о том, что ты слышал, что поселилась там сумасшедшая женщина. Говорит. А на ней нету ничего, кроме татуировок. Ну, тогда надо пойти и посмотреть. Ну и так далее. Ну, в общем-то, я просто не успела почитать. Вот она, это Джек, это безумная женщина. Hey. Давай поговорим. Что ты задумала? Изучай твой корабль. Нужно будет его испытать, когда тебя тут не будет. Знаешь, Джек, я такие шутки не люблю. Да-да, попробуй, накажи меня. Да ладно, забей. Угонять что-то ради развлечения не так прикольно. Потом, если мне что-то нужно, я просто беру. Вот прямо так? Я что-то повидала. Состояла в бандах, выносила банды, вступала в культ. Не сохранила волосы. Научилась выживать и не быть жертвой. А что за культ такой? Трудно представить себя адептом культа. Там же обычно куча правил. Я искала ответы. Наркотики, секс, обещание попасть в лучшее место. Лучшее место, мать его. Все там было замешано на деньгах. Они хотели захватить колонию, выпотрошить дочисто тамошних лохов. И угадай, кто был их. Ай, ничем они не отличаются от других. Впрочем, всем было на меня насрать. Что с ними стало? Когда все поняла? А как ты думаешь? Да, ты чертовски резвая. Резвая. Резкая. Тебе ты откуда знать? Собачка церберская, ты боевая марионетка, для себя вообще не живешь. Всем что-то от тебя нужно, это значит, что все средства хороши. Убийство, наезды, похищение, наркотики, кражи, поджоги. Я все попробовала. А вот пиратство, похищение военного корабля, уничтожение космической станции и вандализм, а вот это по мне. И ты ни о чем не жалеешь? Подожди. Давай так скажем. Можешь попробовать? Нет ни одной вразумительной причины, почему я до сих пор жива. Знаешь, в чем дело? Инстинкт. Я с ним так сжилась, что меняться не хочется. Ладно, забей, возвращайся к этой фигне, которую нам надо делать. Получили отступника, мы получили героя. Так, подожди. Слушай, Джек, а... Hey. Изучить Миранда и Джейкоб. Чем они тебе не нравятся? Джейкоб не знает, кто он такой вообще, но это меня не касается. Миранда — цепная сука Цербера. Я это поняла еще до того, как она первое слово сказала. А что ты думаешь по поводу задания? Мне все равно. Я собираюсь выжить и потом отправиться в освояси. Поговорить? Разговор окончен. Зайди попозже. Ладно, пока. Еп. Ладно. Я думаю, что мы с ней будем разговаривать еще и выведем ее на чистую воду. А именно на то, чтобы она дала нам задание по своей собственной персоне.
Это лифт. Нижняя палуба. Подожди. А, господи, да, тут по кругу у нас. А, где Кроган-то? Левый грузовой трюм. О. Инкубационная капсула. Трам-пам-пам, трам-пам-пам. Ну-ка. Состояние стабильно. Интеграция с бортовыми системами прошла нормально. Так, слушай, он в сознании. Маловероятно, мозговая активность минимальна. Если подача энергии не будет прерываться, питательных веществ в инкубаторе хватит на год. Так, как ты думаешь, он опасен? Он Кроган, Шепард. Если ты спрашиваешь, враждебен ли он там, то для ответа мне не хватает данных. Технология Акира может заложить информацию, но не образ мышления. Объект может быть в курсе убеждений Акира, но не обязан их разделять. Так, что-нибудь странное? Что-нибудь необычное? Объект представляет собой выдающуюся особь Крогана. Основные, вторичные и третичные органы, где они имеются, полностью развиты. Дефекты отсутствуют, за исключением свойственных всем Кроганам признаком генофага. Оценить умственные способности я не могу. Ай, открывай. Подожди, я хочу открыть инкубатор и выпустить его. Инструкции Цербера относительно неизвестных чужеродных технологий предельно ясны. Так, ладно, оставь его пока в покое. Давайте пойдем поговорим с призраком. Да, оставим его на потом, значит, он тут есть. И Сьюзи, как видите, где она? Вот она, да? А, нет, это просто название. Здесь ее нету. Ладно. Может быть, стоит зайти к Зайду и у него спросить. Ну, не совет, а послушать, что он скажет. Зайд. Думаю о прошлых заданиях. Найдется минутка, ты должен кое-что знать. Давай. Я присматривал за Салага, когда он попытается проникнуть на базу затмения. Бедняга, он оружие-то держать не умел. Когда спускались на челноке, он сблевал себя в шлем. Нас сильно трясет, шлем у него плещется. Вот он и решил, что ему прострелили башку. Короче, он вернулся в Альянс. Говорят, стал ныне губернатором. Очень душещипательная история, конечно, Зайд. Но у нас с тобой персональных разговоров нету. Поэтому... Кстати, наши инженеры. А что это я их послушала, как говорится, подслушала? Но не поговорила. А может быть, с ними стоит поговорить? А ну-ка. Танели? Танели? Что для вас сделать, капитан? Нет, тут пока что ничего у нас нету. Продолжайте работу. То есть со мной они обсуждать ее пришествие Крогана на палубу не собираются. Так, слушайте, а где, я уже не помню, как было с этим поговорить, с... с Цербером, по-моему, в этой радиорубке или где-то там, да? Где вот только она? Призрак в зале совещания, да-да-да, в зале совещания, зал совещания, господи. Так, напомните мне, где у нас зал совещаний? Давай еще сбегаем сюда. Так, ну здесь нет, здесь стыковочный шлюз, и давай пойдем к Джокеру. Постоим у него за спиной, как обычно мы это делаем. Attitude roll 35.10, pitch 64.18, yaw 10.28. Ты мне мозг паришь, да, Джокер? Ah, the great endless expanse of space creeps the hell out of me.
Commander. Так, как дела? I assume everything is going well up here. Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. Ладно, давай, он опять. Он опять, каждый раз, когда мы с ним разговариваем, он лобает палец. Это значит, что лучше реже к нему подходить, иначе у него очень мало останется пальцев. Так. Да, зал совещания за лифтом. Я в курсе, а как... Подожди, ну как-то ж мы туда попадали. Отсюда. Да, вот здесь. Да, вот оно как. Ты много куришь. Шепард, кажется, мы засекли их. Только что оборвалась связь с горизонтом одной из наших колоний в системах Терминус. Горизонт скоро атакуют, если уже не атаковали. Морден разработал защиту от ищеек? Еще нет. Надеюсь, он умеет работать в тяжелых условиях. Вам следует знать еще кое-что. Робот какой-то, чертов. Бывший член вашей команды, Эшли Уильямс, сейчас на горизонте. О, Эшли. Что он там делает? Раньше Эшли работала на Альянс. Почему она в системах Терминус? Официально в рамках благотворительной программы, которая должна улучшить отношения. А они, конечно, что-то замышляют. А если пришлось послать Уильямс, это что-то... Так, ну это не может быть совпадением. Коллекционеры напали на колонию, в которой совершенно случайно оказался бывший член моей команды, верно? Ничего удивительного в том, что коллекционеры интересуются вами, особенно если они работают на жнецов. Быть может, они преследуют ее, чтобы поймать вас? Ну, так, известите Альянс. Нужно связаться с Цитаделью. Альянс может дать нам подкрепление. Не раньше, чем мы все проверим. Я не хочу, чтобы Альянс вмешался у нас под ногами. Когда возьмете ситуацию под контроль, я свяжусь с Альянсом. Ну, ладно. Посылайте координаты, мы отправляемся прямо туда. Вы отправитесь на встречу неизвестной опасности, Шепард. Удачи. Джокер, курс на горизонт. Мне нужно повидать профессора. Так точно, капитан. Так, подожди, Крогана. Крогана ж надо выпускать. Это что еще за комары? Морден, чем ты занимаешься? Скажи, что у тебя есть что-то? Он поджал губки. Да. Так, сверхпрочные памперсы. Не тратьте боезапас тяжелого оружия на слабых врагов. Никто не знает, кто еще ждет вас впереди. Черт, мы Крогана так и не выпустили. Блин. Задание. Да что ж такое? Ну ладно. Бог с ним, с Кроганом. We've got a problem. Still can't calibrate the targeting matrix? Those defense towers are useless if we don't figure it out. Sorry, chief. Getting our comm systems back online takes priority. Okay. Surprised people haven't tried to blame that one on me too. People out here don't trust the Alliance. It's nothing personal. What is that? Что это? Эшли, дежавю? Get everyone to the safe house. Все в укрытие, скорее. I'll cover you. Я тебя прикрою, беги! Ну что, знаешь ли, будем играть? Коллекционер со своими мухами. Эшли, шлем одевай! Я же сказала, шлем надо одевать. Thank you.
кондиционера, черт возьми. Не успели мы. Управлять буду я. Ага, он вселился, да? Мы предвестники их совершенства. Готовьте этих людей к возвышению. Ёлки с палками. Блин, да что ж мы... Ай, как плохо-то. Ну, хотя бог с ним, с этим Кроганом, но не выпустили мы его. Ну и ладно. Так, берем мы, знаете кого? Мы берем бойцов. Мы берем Миранду. И берем Джек. Да-да-да. И даже не из-за того, что они будут цепляться, а из-за того, что они неплохие бойцы оба. Так, у нас 4 очка отряда. Подожди, разве что я себе не делала. Взлом ИИ, да. Мы качаем себе взлом ИИ на максимум. Все, и забываем об этом. Ага, так. Улучшенный взлом ИИ увеличивает длительность действия взлома ИИ и мощность генерируемого защитного поля. Увеличивает сигнал, что увеличивает зону его действия, позволяет несколько синтетических противников. Нет, мы возьмем вот это. Так, мы получили какую-то ачивочку. Так, что у нас, дамочки? Миранда. У нас командир Цербера, да? У тебя деформация. Так, а у Джек что? У нее ударная волна притяжения. Так, значит, перегрузка есть у нас. А вот тогда мы тебе, Миранда, деформацию будем качать. Брони и биотических щитов. Давай так. Вот. Джек еще, подожди, мы же тебя качали, Джек, как же так-то? Притяжение и ударная волна. Опытная ноль. Вот это надо ей тоже взять, потому что она у нас дохла в прошлый раз. Давай-ка. Ее надо беречь, все остальное, в принципе, пока работало. Оставим еще 3 очка на всякий случай. Так, Шепард, что у нас там с оружием? Дуговой излучатель. Цикада, да? Пистолет-пулемет. Ну вот эта ППшка, она, конечно, пукалка, но она быстро стреляет. Так, ручная пушка-палач. Хищник, да? Палач посерьезнее будет. И дуговой излучатель. У нас там будут... Хотя они же не эти самые... Смерч. Это что у нас? А, это этим огнем, да? По-моему, это то, что у нас этим самым пышет. Может, вообще... Так, пусковая установка. В
Лавина технология. Замораживать объекты. Так, может просто гранатомет? Лавина. Замораживать объекты. Пусковая установка мне больше нравится. Скорострельная, пусковая. А я ее возьму. Я уж не знаю зачем, но возьмем. Так. Это мы Шепарда вооружили. Джек, давай посмотрим, что у нас есть. Дробовик геттов, да, ты взяла? Хорошо, дробовик геттов и будет. Что, все, что ли? А здесь... Ну, понятно, ясно. Так, и Миранда, очевидно, то же самое, да? Цикада... Кен. Цикада. И... Ну, понятно. Все то же самое, что и у Джек. Полетели. Надо было взять средства от комаров. Москитную сетку. Блин, а мы в этой форме. Мы на земле, Морден. Да, да, да. Предполагаю, обнаружение будет затруднительно. Будьте невидимы для Роя. Ну, теоретически. Теоретически. Экспериментальная технология. Проверить можно, столкнувшись с Роем. Любопытно, выживете ли? Блин, экспериментатор хренов. А как нам действительно с Роем-то быть? Вот зря. Я взяла пусковую установку, но надо было мухобойку какую-нибудь брать. Оставайтесь невидимой, он говорит. А как? Вон они летают. Блин, а мы можем где-нибудь там это обойти? Ну, не думаю. Так, здесь мы не спустимся. Нам надо обязательно прямо вот здесь вот лезть. А вот здесь. Нет, Шепард. Шак. Шит. Да, нет, никак нельзя. Нам только туда вот. Только туда. Может быть, тогда вот здесь вот обойти. А нас туда тоже не пускают? Не пускают. Просто не полезем там, где они прям роются. Роятся. Опа, 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 опа. Так, ребятки, это что у нас? Это шумовая граната. Щиты, да? Надо было косуми брать. Так, ладно.
Это так, я так понимаю, начало для разминочки. Но мы с вами осмотримся. Осмотримся. Да, можно было эту штуку взорвать, но хорошая мысля приходит опосля. И эту взорвать. Так, нужный сегмент. Наше самое веселое задание, да? Следующее. Я не вижу. Ага, вот оно. Брандмауэр отключен. 6000 получено. О, рой. Улетел. The collectors are disrupting communications. We're on our own. Да. Коммуникацию нам заблокировали. Вон они ходят. С кем-то там еще ездят. Блин, а тут и спрятаться-то негде. Они довольно быстро ложатся от пуль. Эти штуки похожи на хасков, которые гетты использовали на Иден Прайм. Гетты получили эту технологию от Властелина. Призрак-то, получается, был прав. Так, подожди. Тут у нас еще вот какое-то... Тут у нас еще что-то есть. Напиточки. Мне больше пугают вот эти мухи, которые тут летают. Это просто жуть какая-то. Так, я опять сижу мимо микрофона. Ладно. Мне нужны патроны. Так, что это такое? Ага, мертвый коллекционер. Сейчас осмотрим его тоже. Да? This should come in handy. Жесткое укрепление кожи. Отличная вещь. Прям хоть сейчас возвращайся и ставь себе. Ну, кое-что мы себе уже поставили. Все, что, в принципе, могли. Поэтому...
Так, тут у нас что? Похоже на человека. Вот мы и узнали, что произошло с колонистами. На Эден Прайм жертв превращали в хасков, сажая их на колья. Здесь мы ничего такого не видели. Должно быть, коллекционеры привезли хасков с собой. Колонисты им потребовались для чего-то другого. Выглядели иначе, да. Наверное, коллекционеры проводят опыты на колонистах. Что они задумали? Похоже, это еще хуже того, что со мной сделал Цербер. Единственный способ узнать – остановить их. Да, хаски выглядели иначе, кстати. На Эден Прайм я сражался с другими существами. Эти же более совершенны. Они развиваются. Они также умирают, когда по ним стреляешь. Колонистов нужно спасать. Это однозначно. Давайте. Двигайтесь. Что, можно было ответить по-другому? Можно было ответить, да ну нафиг. Как мирно. Чтобы добиться такой тишины, мне обычно нужно море химии. Как на пути свободы, вся колония исчезла. Что это такое? Слушай, это, по-моему, люди здесь в коконах. Да. Эдсап? А где? Дрон коллекционеров. Так, подожди. Взлом пойдет на него? Это же... Подождите, деформация. Органическая цель, понятно. Вылези. Вылези. Или что, уложили? Нифига не уложили. Так, ребятки. Что у нас тут? Сейф. А наша любимая, наша любимая. Так. Где они? Где они? Где они? А, Миранда, это ты? Блин. Смотри-ка, как девчонки разбирают их. Просто на ура. Тьфу-тьфу-тьфу. Фу-фу-фу, хорошо, ладно, давай оббегаем, посмотрим. Так, патрончики заберем. Все, ничего не надо. Так. Слушай, подожди, а я здесь ничего не пропустила? Нет, сюда входа не было. Я просто видела из окна, что там у нас... Вон, смотрите, идут дальше помещения. Но, очевидно, нет. Шепард, да подожди ты. Прятаться-то. Подождите, я, конечно, понимаю, что это немножко бестолково.
Вся эта беготня. Ну, обалдеть, там точно в этих коконах люди. Давай-ка сюда еще заглянем, мы здесь не были. Пенициллин. Всех поселенцев они в коконы заложили. Я могу здесь перепрыгнуть в окно? Нет, не могу. Придется оббегать. Шепа наш долго бежать не может. Он слаб. У него астма, судя по дыханию. Что это такое? Тоже патроны, да? Так, ладно. Ой, ты кто? Замороженный колонист? Подожди, подожди, только не стреляй в него. Офигеть. Думаю, это какая-то разновидность стазис-поля. Жертвы остаются в сознании, хотя и полностью парализованы. Они находятся в таком состоянии уже долго. Там... И здесь. А вот теперь вопрос. Мне вниз или наверх? Очевидно, сюда. Дверь закрытая, откроется, пойдет катсцена. Поэтому давай-ка мы сбегаем туда напротив. И здесь посмотрим, что у нас тут. С ума сойти. А может, наоборот, здесь надо... Ага. Черт. Надо было идти наверх. Принимаю управление на себя. Вы меня не остановите. Вот наверю. Так, ребята. Блин, и... Вряд ли светошумовая граната на него подействует. Так, давай-ка мы возьмем пусковую установку. Шепард, ты можешь взять пусковую установку? Так. Я так понимаю, что мы главного этого упыря уложили, да? Фига, он вселился в кого-то другого, да? Так. Дайте ему полетать. Блин! Он там что-то нам страшное, грозное говорит, но... Миранда, что ты там делала? Так, а ну-ка давайте-ка вернемся туда, куда мы не вернулись. Вернее, куда мы не пошли. Наверх.
О, ну да, сейчас, конечно, самое время, но да ладно. А, так. Я не вижу ничего. А, вот. Ага. Кредитики, да? Да, ну это и все, да, в общем-то. Мы сюда за кредитами сходили. Ну, что, не помешает. Окей, а можно сверху по вам стрелять? Куда-нибудь здесь из окна? Нет? Нет, очевидно, не получится. Ладно. Все, теперь моя душа спокойна, что мы здесь побывали. Судя по музыке, кто-то где-то еще есть, да? Боеприпасы к тяжелому оружию. Отлично. Мы как раз потратились немножечко. Так, подожди. Не-не-не. Быстро бег. А здесь мы были? А, нет, здесь нет прохода, да? Нет, хорошо. Так, куда нам? Они-то шли отсюда, значит, откуда-то отсюда. С ума сойти. Сейчас, как все эти коконы проснутся, как нам будет? Ой-ой-ой. Так, девки. Ага, я вижу. Куды нам? Так, это что? Получено излучатель частей с коллекционера. Следующие члены отряда могут использовать это оружие. Шепард. О. Подожди, а зачем ты его сразу взял? Ух, нифига себе. И он его тут же прихватил. Подожди-ка. Это вот излучатель. Я бог его знает, Шепард, хороший ли это. Ну, давай возьмем, сколько там у нас патронов. 650, да? Right there. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты за мной давай. Никаких райд. Райд. Не туда я нажала просто. Так. Обойти систему. Ой, что-то все совсем плохо. Нам точно сюда? Мы здесь все осмотрели? Миранда, а можно тебя... Туда куда-нибудь. Ой. Ну да, вроде все посмотрели. Или еще забыли? Где какая-нибудь... А-а-а! Пошли, ночи. 100 лет. Мне как-то мне с этим... кругом.
Ага, все правильно. Все правильно, мы пошли. Так, кто там прячется? Get out here. Now. Эшли! Нет, не Эшли. Вылезай! Вылезай! А вы человек! Что ты там делаешь? Ты же их наведешь на это место! Они знали, что ты там? Да ладно, спокойно. Спокойно, путь расчищен. Тебе повезло, что ты сейчас не на корабле коллекционеров. Эти штуки коллекционеры, то есть они существуют? Я думал, что они выдумка, но знаешь, агитация, типа, оставайся под крылышком Альянса. Нет, они забрали Лилит, я видел, как она упала, и Сэн. Да они почти всех забрали, ты кто вообще? Я Делан, механик, спустился, чтобы проверить главный контур после потери сигнала передатчика. Потом услышал вопли. Взгляни наружу и увидел рой жуков. Все, кого он касался, замирали. Я запечатал двери. Черт, во всем виноват этот Альянс. Они поставили нам эту Уильямс и понастроили защитных турелей. Мы стали для них выгодной целью. Так. Где Уэшли? Расскажи подробнее. Капитан Уильямс, она, говорят, герой какой-то. Да мне пофигу. Лучше бы она оставалась у себя, там, где совет. А почему ее здесь не было? Да, вроде помочь нам она пришла. Я думаю, здесь что-то другое. Может, шпионила за нами, не знаю. Так, что там с этими турелями? Подарок Альянса. Мощный лазер и поиск. Должны вроде как не подпускать к колонии вражеские корабли. Чтобы оживить эту штуку, пришлось строить мощный подземный генератор. Только вот систему наведения включить так и не удалось. Выходит, Альянс подарил нам гигантскую пушку, которая стреляет неизвестно куда. Тупые сокины дети. Так. Почему ты обвиняешь во всем Альянс? Мы просто маленькая колония. Пока мы не начали устраивать эти дурацкие турели, никто нас не замечал. Я улетел из сектора Совета, чтобы уйти от Альянса. С нами свяжись, добра не будет. Вообще-то, Альянс-то тут при чем? Коллекционеры бьют по дальним колониям. Альянс пытался помочь. Мне не нужна их помощь. Слишком дорого потом платить. Их представительница говорила, что хочет просто подключить турели. Но помяни мое слово, были у нее и другие задачи. Ну, мы можем использовать эти турели вообще-то. Если у вас была система защиты, мы можем использовать ее. Это сначала откалибрировать. Ладно, короче, мы все откалибрируем. Идите к главному передатчику на другой стороне колонии. Вряд ли ошибетесь. Система управления там, на базе. Вообще, ты можешь нам помочь? Или жди здесь? А вот это моральная дулема. Жди здесь, он будет ждать здесь, помочь нам. Он может пошли с нами. Ты знаешь эту колонию, знаешь местное оборудование. Да не пошли бы вы. Ну... Ладно. Оставайся здесь. Мы, конечно, можем добавить себе гаденыша. Не хочу. Ладно, торчи тут. Я вас выпущу, а потом запру дверь, не хочу рисковать. Удачи, думаю, она вам понадобится. Подожди, дай мне панацелин. Мы что-то взяли или нет? Кодекс обновлен. Два отступника мы получили, и два героя тоже. Ну, мы получили там, где могли. Там не было выбора, отступник или герой. Там был только отступник. Могли бы сейчас, конечно, ему тоже на горло наступить и получить отступника. Так. Джек Миранда. Ну, ладно. Оставим все как есть. Я понимаю, что здесь мы могли бы сменить как бы наше это оружие. Оставим. Нам не зря же дали эту пушку коллекционера. О, стоп, подожди. Как я так пропустил это? Сейф с кредитами. Ты точно с нами не пойдешь? Я не покину бункер, пока чужаки не уйдут. Ну и торчит. Алло? Девки?
Дай-ка я все-таки возьму что-нибудь другое. Неплохо, неплохо. Оно разносит этих мелких гаденышей. Как скомандовать Миранде, чтобы она шла со мной? Миранда. В первом было отменить, все за мной, а здесь только вот как ее поставил, так она там теперь и будет стоять, что ли? А убрать? Ну и что, мувинг, грувинг, она осталась там теперь. Ну, охереть. Охереть, блин. Я балдю. Как девки пляшут. Мы остались без Миранды. А, вот, здесь она, слава богу. Там Гарус какой-то стоит. Стоп. Так, а вот сейчас попробую. Ну-ка. О. А, вот оно как работает. Шепард, спрячься. Так, не, нафиг. Не, оно хорошо, конечно, хорошо, я не спорю. Все, разобрали. Что там это чмо говорило, я не знаю, этот коллекционер. Я как бы, пардон, не читаю, пока у нас бой-то идет. Поэтому, надеюсь, вы все услышали. Ну, короче, какие-то там, ты заплатишь, еще чего-то. Возможно, что я у себя на записи еще раз и посмотрю, что он нам там напевал. Так. Патрон для ТО, 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 ТО. А ТО это тяжелое оружие. Угу. Окей. Такие простые патроны нам разве не нужны? Что у нас тут? Сила биотического удара. Обалдеть. Слушайте, так мы... Я все переживала, что у нас ничего нету. Мы просто еще не дошли и не нашли всего, что тут можно найти. Удивлен, что мы наш коллекционер, наверное, погрузили на корабли. У нас мало времени. Ну да, ну да, ну а смотрите, все равно все надо. Миранда, видала, сколько тут всего ценного мы нашли? Где это? Угу. Так, что здесь? Кредиты? Это где-то мелькнуло красненьким. Ой. Что вот это сейчас было? А, ладно.
Мы здесь не были, разве? Подожди, я окончательно... А, вот, мы по кругу просто-напросто обошли. Так, ну что ж, все, да? Все мы здесь осмотрели. А вон там контейнер, подожди. Вот этот. Мы его забирали вроде, да? Ну, не вижу, чтобы там была рамочка. Ой, по-моему, забирали. Так, что ж, пойдем. А, о как. Тут подозрительно тихо. О, май год. Там опять это какая-то туша сильная. Подожди. Шепард, почему не стреляем? Блин, ну какой-то этот самый баг был. Оружие не доставал. Кто что уже все использовал? Так, явно придется собрать вот эту штуку. У меня что, все сдохли, что ли? Давай его, кроши, ты что делаешь? Чуть не убили эти мерзкие твари. Я и не поняла, как они меня обошли, то, что девок-то прибили. Хорошо, ладно, вовремя. Спохватились. Полом оружие. Я так понимаю, что это не к этому, да? Да, это не к этому. Давай-ка все планомерно осмотрим. Так, сюда я что, не могу, что ли, подняться? А, очевидно, нет. Так. Аж два вот этих вот биокуска было. Такие прямо. Мощненькие они. Так, ага, они тут компьютер охраняли, да? Сейчас, подожди, взломаем. Потому что мне кажется, что как только мы его взломаем, тут подкрепление придет. Опять сюда не залезть. Да что, что будешь делать? Как туда залезть? Как не залезть? Безобразие.
Похоже на кусок скалы с какой-то инкрустированной железкой. Ну, кто ж их поймет, эти наземные технологии. Ладно, пошли взламывать компьютер. О, наша любимая. Так, поехали. Блин, она осталась там. Черт, 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 вот. Блин, ты ну... Не вижу. Нет вообще такого. Ага. Вот это вроде, да? Нормандия, do you copy? Нормандия, слышите? Джокер на связи. Сигнал слабый, капитан. Но я вас слышу. Врежем коллекционерам. Врежем коллекционерам. Пора показать проклятым чужакам, что мы можем дать сдачи. Судя, вырубай защитные башни. Капитан, ошибки в системе калибровки устранить легко, но выведение башен на полную мощь потребует времени. Рекомендую подготовиться к обороне. Я не смогу скрыть увеличившееся излучение. Ладно, будем болтаться в середине, пока она разбирается с батареями. Так, что еще? Полезные советы. Есть один. Врагу идет подкрепление. Советую проверить оружие. Твою же дивизию. Защитить башню. Так. Давай-ка мы куда-нибудь спрячемся. Шепард, вот почему он оружие не достает? Где эта зараза? There we go. Аманда, а ты не можешь где-нибудь там не прыгать? Понимаю, что это не все, да? Готовьтесь, сейчас снова в бой. Так, слушай, Аманда, вот... Going to cover. Вот сюда вот, вот это вот кавер, здесь кавер, блин. Питание, фигание. Мы привлекли их внимание. Где? This is what you face. If I must tear you apart, Shepard, I will. Shepard! Shield down. Releasing control. Да сядь же ты, дебил! Так, подожди. Блин, иди собери свои патроны макароны, блин. О-о. О-о-о, ну все, вот оно. Тяжелая артиллерия. Офигеть!
Edie, we need that system online. Don't know what that is, but keep there. Да ну почему ж ты не стреляешь-то? Не знаю, сделайте с ней что-нибудь. Протарианец, это протарианец. Блин, что с ним делать-то? Светошумовая граната, ну да. Шепард, ты будешь стрелять по нему? Офигеть, а это что такое? Лазеры? Заработали, фу, вернее, пушки. Ух, ёлки, что это? Они отходят. Там просто Сузи что-то говорила, я не слышала. Не дайте им сбежать. Ты механик, что ты от меня хочешь? Ты там сидел. Корабль огромен, как мы должны его ловить? Там же половина колонии, они забрали Игана, Сэма и Лилит. Сделайте что-нибудь. Ну ладно, я сожалею. Мне не хотелось, чтобы все так закончилось. Мы сделали все, что смогли. Никто не сработал бы лучше. Шепард, стойте, я знаю это имя. Конечно, я вас помню, вы были великим героем Альянса. О, командир Шепард. Первый сектор, спектр среди людей, спаситель цитадели. Эшли, а ты где была все это время? Ты смотришь на Бога, Дэлан, восставшего из мертвых. А, мы столько хороших людей потеряли, а вы остались. Символично. К черту, я больше не веду дел с Альянсом. Я думала, ты мертв, капитан. Мы все так думали. Приятно тебя снова видеть, действительно. Столько времени прошло, Эшли. Как у тебя дела? Это все, что ты можешь сказать? Ты появляешься после 2 лет отсутствия? Я бы пошла за тобой куда угодно. Я думала, что тебя больше нет. Для меня ты не просто капитан. Почему ты не пытался связаться? Почему ты не дал знать, что жив? Я был в коме, у меня много важных дел. Давайте так ответим. Мне не было 2 года. Ты же делала карьеру, устраивала жизнь. Зачем тревожить старые раны? Да, я работала и жила. Теперь ты снова тут. Тянешь меня обратно. Я слышу донесения, что ты работаешь на Цербер. Донесения? Похоже, о секретности можно забыть. Разведка Альянса считает, что за случаями с исчезновением колонистов могут стоять Цербер. Я ходила к Андерсону, но он не захотел говорить. Были слухи, что ты жив. Более того, что ты работаешь на врага. Цербер вообще-то не враг, у Цербера свои цели. Наши колонии исчезают, Альянс отвернулся от них. Цербер — единственная организация, которая готова что-то предпринять. Ерунда. Я знаю, что собой представляет Цербер, на что он способен. Его цель — возвысить людей. Я хотела верить в то, что ты жив, но не ожидала ничего в таком духе. Ты предал все, ради чего мы сражались. Чего? Эшли, ты меня знаешь, я бы не поступил так без причины. Ты сама видела, коллекционеры нападают на человеческие колонии, они работают на жнецов. Я хотела бы поверить тебе, Шепард, но не верю Церберу. Меня беспокоит, что ты делаешь, что они с тобой сотворили. Что за всем этим они стоят? Бойцы Альянса всегда так себя ведут. Цепляются в Цербер и не замечают истинной угрозы. Эшли, ты позволяешь чувствам одержать победу над фактами.
Или ты просто хочешь отблагодарить Цербер за то, что тебе спасли жизнь? Может быть и так, неважно. Я-то сохраню верность идеалам. Я солдат Альянса, это у меня в крови. И обо всем доложу в Цитадели. Пускай они там сами решают, верить ли в твою историю. Эшли, может, слушай, неужели мы не сможем ее присоединить? Я обо всем доложу. Так, может, все-таки присоединишься? Ты пригодилась бы в команде, Эшли. Все было бы как раньше. Нет, не было бы. Не слишком люблю чужаков, но Цербер перегибает палку. Не стану работать на экстремистов. До свидания, капитан. Удачи. Ах, Эшли, как мне будет не хватать твоего костюма. Джокер, отправь за нами челнок. Я уже устал от этой колонии. Миранда, по-моему, довольна, что не добавилась нам Эшли. Так, 1000 опыта. Коллекционеры скрылись, похитив около 1/3 населения Горизонта. Военная корпорация обещает оказать выжившим гуманитарную и финансовую помощь. Предвестника предводитель коллекционеров откровенно... Откровенно интересует Шепард. Пока не ясен механизм, позволяющий ему управлять войсками. Рассматривается несколько версий: объединение коллекционеров в единую сеть, коллективный разум или неизвестная технология жнецов. Спасательные команды собирают тела коллекционеров для более тщательного изучения. Так, мы взяли излучитель частиц. Точное смертоносное оружие. Против щитов, барьеров и брони. Ага. Не, хорошая штука, кстати. Броню она, да, снимает. Так, это мы поставим. Биотический удар. Укрепление. Кредитов мы нашли. 57. У меня аж язык заплелся. Ну, а платина особо и не нужна. Так, получено какое-то достижение. И посмотрим, что сейчас будет. Я просто не знаю, друзья, видны ли вам эти стимовские достижения, да и нужны ли они вам. Шепард, вы хорошо поработали на Горизонте. Думаю, коллекционеры дважды подумают перед тем, как напасть на очередную колонию. Да, не всех удалось спасти. Да вообще никого. Это не было победы. Мы помешали коллекционерам, но они все равно похитили половину колонистов. Но все же не всю колонию. Это наше главное достижение с начала похищений. Коллекционеры теперь будут более осторожны, но мы постараемся найти способ заманить их в ловушку. Это какой-то такой другой способ. Эшли сказала, что Альянс догадывается обо мне и Цербере. Это из-за вас? Дотла... могла просочиться информация о том, что вы живы. Вы рисковали жизнью моего друга, моей команды, все колонии только для того, чтобы приманить коллекционеров? Это оправданный риск. Я предполагал, что коллекционеры ищут вас, либо связанных с вами людей. Ах, ты же зараза. Я говорил вам, что не могу просто сидеть и смотреть, как жнецы и коллекционеры. Более того, нападение было неизбежно. Вопрос, на какую колонию? Если бы мы не знали этого, то не смогли бы им помешать. Ну, вообще-то, могли действительно без жертв обойтись и выбрать колонию, на которой не было людей, и... Нужно убедиться, что они больше никого не похитят. Именно поэтому я и хочу остановить коллекционеров. Ради этого мы и работаем, Шепард. Я брошу все силы на поиск прохода через ретранслятор Омега-4. Мы ударим прямо сейчас. Вашей команде нужно быть сильной и решительной. Оглядываться назад некогда. Это же относится и к вам. Могу ли я надеяться, что вы оставили все былые... отношения в прошлом? Не ваше дело. Еще чего? Алиара. Вот иди нафиг, нет. Это не ваше дело. Если это может повредить делу, лучше забыть об этом. Шепард, когда мы найдем способ проникнуть через ретранслятор Омега-4 на родину коллекционеров, никто не сможет, чтобы остановить... А. Короче, сосредоточьтесь на задании и никаких этих самых...
У меня все нормально. Я разберусь. Исчистить путь к родине коллекционеров. Я просто хочу честно предупредить об опасности. Все должны вкладываться по полной. Я направил еще 3 досье. Подбирайте команду. Я буду искать способ обойти ретранслятор. Будьте осторожны, Шепард. Коллекционеры будут охотиться за вами. Мерзкая тварь, короче, я не знаю, мне не нравится этот. Похоже, мы на самом деле собираемся пройти через ретранслятор Омега-4 и дать бой коллекционерам. Я бы готов к бою, хотя, конечно, поневоле задумаешься, увидев то, что эти гады сделали на горизонте. Да ладно, мы справимся. Да, они сильны, но мы приготовили несколько козырей. Если кто-то и может их остановить, то только мы. Не спорь, капитан. Просто горизонт заставил задуматься о том, что мы делаем, против кого-то воюем. Нужно закончить кое-какие дела. Думаю, у каждого найдется парочка таких. Подвести итоги, все в таком духе. Ага. Наконец-то ты решил со мной поговорить, Джейкоб. Я поняла, на что он намекает, что надо со всеми поговорить. Что надо взять у кого-то какие-то задания. У нас добавилось 3 потенциальных спутника, которых мы должны найти, я так понимаю. Найти Самару. Ах, Самара, городок, обеспокоенная я. А куда мы попали? Мне надо к Мордину. Проверить личный терминал. Да, подождите, останься. Мне надо все поставить. Итак, улучшение оружия. Есть там у нас чего? Нету ничего. Улучшение брони. О, черт, нулевой элемент. Ну ладно, у нас он есть. Так, наши биотики. 11 героя. Исследование. Сила биотического удара. Так, ну подожди, давай. Дальше листай. Очень много всего накопилось. Так, еще раз. Нет брони. Ох, елки с палками. Для всего отряда длительность действия биотических умений на 20%. Подожди пока. Прототипы. Жесткое укрепление кожи. Полази, давай. Третий. Отлично. Еще на 30% здоровья. Да. Если б не это, мы б, наверное, сдохли, как нас там сейчас трепали. А, жесткое укрепление мышц. Давай. Рукопашные. Я даже уже не помню, как это делается, поэтому... Так, интенсивная подготовка нулевой. Кроганская живучесть. Это мы пока что еще Крогана не взяли. А, пройдя курс, может заново распределить очки на изучение умений. Нулевой элемент. Пока что, знаешь... Наверное, мне надо будет поискать побольше нулевого элемента. А вот улучшение брони... 2700. У нас 16 тысяч. Давай, исследуем. У нас будут просто обалденные биотики. Все здесь, да, с броней. Ну и все, короче, прототип пока подождет. Мордин у нас, и у нас новые какие-то там эти самые на командном мостике. Давайте туда сейчас и пройдем. А всем остальным будем заниматься уже в следующей серии, а то у нас опять огромная будет. Келли, как? The tank you recovered from Corliss indicates stable Krogan life signs inside. It is in the cargo bay, should you wish to investigate. Кроган, я была там уже. Что еще? По поводу Крогана. Рапорт из горизонта, капитан. Вы сделали невозможное, я видела. В рапорту упоминалась Эшли Уильямс. Как это было? Я скучаю по ней. Да не так, чтоб очень. Ее было приятно видеть. У вас к ней серьезные чувства?
А вы что, ревнуете? Did, а я не надоел вам, Келли? Нет, я лишь слежу, чтобы мой командир не спятил. Не пытаюсь стать вашей подругой. А пообщаться? А тут... У меня всегда есть время для вас, капитан. Она не пытается стать моей подругой. А чего это ты не пытаешься? Почему это ты не пытаешься? Прямо вот теперь даже зацепила. О, ладно, друзья, терминал и все остальное давайте-ка посмотрим в следующей серии. Вот, а в этой серии мы с вами распрощаемся. И я вам скажу огромное спасибо всем, кто ее посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.